Патриотизм, отвага и самопожертвование – эти качества есть в характере нашего народа. И славянцы, участвующие в сражениях в зоне специальной военной операции, проявляют настоящую воинскую доблесть. Те, кто воюет с неприятелем, знают, что у них за спинами надежный тыл. Деятельность волонтеров, представителей предприятий всех форм собственности многогранна. Плетение сетей, пошив одежды, изготовление окопных свечей, упаковка продуктовых наборов, сбор гуманитарной помощи и транспортировка грузов в зону боевых действий – это лишь часть того, что они делают. И об этих людях нужно говорить. На мероприятии в Доме молодежи говорили о славянцах с активной гражданской позицией, чествовали тех, то с первых дней проведения СВО помогает нашим воинам. Моральные стимулы, никто их не отменял, это очень важно. Важно рассказывать своим детям, близким своим, что вот есть действительно те ребята, которые сегодня помогают, и как я уже сказал, сети плетут, и окопные свечи, и все для того, чтобы выковать ту, вот, наверное, непростую победу, которую мы все вместе с вами ждем. Поэтому я вас... наверное, с этим всем поздравляю. Желаю всем, конечно же, крепкого здоровья. В торжественной обстановке были награждены медалью Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» участнику гуманитарной помощи самые активные и те, кто находится на связи с бойцами, являются мостом между мирной жизнью и полем боя. Песня о России очень была нужна на таком мероприятии. Это наша Россия. Участники специальной военной операции были удостоены медали от боевого братства «Ветеран боевых действий».